Друзья, всем привет! С вами снова Дмитрий, это мой канал «Не американец». А смотрите, я нахожусь в таком необычном доме. Это не мой дом и не тот, который мы сняли. Это другое место. Я думаю, вы уже знаете, у меня жена вышла на работу. А если не знаете, то вот мы, собственно говоря, торопились переехать для того, чтобы моя жена могла выйти на новую работу. Вот видите, кому-то вирус, кому-то там работу теряют. Вот, а у меня вот жена нашла работу. Причем так интересно, вот не работала последние лет, наверное, 5 или 6, я так думаю. Вот, и вот сейчас вышла на работу. Ну вот интересно, ты никогда не знаешь, что может произойти. Вот, так что я становлюсь бородатым мамом, вот, и усатым мамом. Ну и в общем, а что девчонки делают? Ну я так понял. Усатый нянь, да-да-да, вот. Девчонки, я так понял, что делают? Они собираются с другими девчонками и общаются, да, чтобы им было, ну, как бы, неплохо. Ну, вот, и я решил, а что, чем я хуже? Надо привыкать, учиться. Вот, приехал в гости к другой семье, у которых тоже детки. Я снимал, когда-то у них видел, у них родились двойняшки. Вот. Ну, приехал я, на самом деле, по делу, как бы так, чисто между прочим, вы не подумайте, что я к чужой тут жене приехал. Вот. На самом деле... Да, и муж не новый. Вот хозяйка. Вот. Да. И, в общем, приехал я тут что-то забрать. И, ну, зашли посидеть. Вот. Они тоже продают дом. И сейчас вот выставлен на продажу. Честно сказать, я им сильно завидую. Потому что у них, ну, вообще, вот, посмотрите, очень классный дом. Я сделаю сейчас обзор чуть попозже, когда детки проснутся у них. Вот, продают они его практически, ну, за очень хорошую сумму, и, в общем, ну, прям здорово, то есть мне этот дом нравится, и, ну, и тоже вот они сейчас его выставили на продажу, ищут сейчас дом в аренду, и у нас очень похожие, как бы, эмоции такой, похожий период жизни. Посмотрите, вспомните ли вы этих маленьких младенцев, которых когда-то я снимал, когда они только родились, а теперь посмотрите, какие они стали большие. Это же просто невероятно, как быстро летит время. Смотрите, уже бегают. 11 месяцев. Вот так. Вот так. Вот они. Вот они. Выросли как. Ничего себе. Время-то как летит быстро. Вы видите? Привет. 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 Так, как их зовут еще раз? Стефан и Себастьян. Так, Стефан и Себастьян. Просим не путать. Это черненький. Черненький, светленький. Беленький, светленький. Вот так вот. Друзья, представляете? Посмотрите на эту красоту. Вот оно, счастье-то, вот оно где. Вот. Тяжело, конечно, да, Марин? Тяжело? Ну, с мамой легче. С мамой легче. Трудно. Да. Друзья, ну вот зато вы представляете, какая это опора и помощь будет в будущем. Правда, Марина говорит, что-то как не верится. Ну, на самом деле. Мальчики. Да. Это классно. Так, ну что, Марин, покажешь дом? Давай, Дима, ты снаружи начни. Снаружи, давайте. Так. Коли я уже волей случая оказался здесь, решил с вами поделиться. Просто, я думаю, многим из вас будет интересно, да, какая стоимость домов в Америке, как они выглядят. Ну, в Америке во всей, конечно же, цены разные. Но вот в данный момент, да, мы находимся в Джорджии, в районе как бы Атланты. Вот, немножко на севере от Атланты на самом деле. Ну вот, смотрите, такой вот дом. То есть вот, как я вам уже сказал, они его продают. И будут, кстати, тоже жить в аренде. То есть, ну, мы идем прям одинаковым путем. Вот. Очень классный дом. На самом деле, классный нейборхуд. Вот. Но я вам, кстати, скажу, я очень удивлен. Они купили этот дом примерно, когда и мы его покупали. То есть, по-моему, там 5 или 6, 5 лет назад. Вот. И они его купили за 190 тысяч. Вот. То есть, здорово. Мы купили наш за 180. Примерно в то же время. То есть, на самом деле, ну, у них получилось очень намного даже выгоднее эта покупка, как бы, и с дальнейшим ростом цен. Вот, потому что сейчас этот дом просто оценивается, вот они, как бы, его продают за 300 тысяч. Вот, друзья, чтобы вы имели в виду, просто представляли. Вот. Класс. Ну что, давайте пойдем внутрь и посмотрим, как он выглядит внутри. Это зал.
Причем, видите, высокие потолки, то есть очень все открыто выглядит, очень классно. Вот, классный fireplace. Тут, то есть тут костер можно жечь. Тут получается как бы такая вот большая dining area, то есть тут один большой стол, когда приходят гости, когда много гостей, можно расположиться здесь. Вот. А здесь кухня, это мама. Мама, привет. Привет. Так. Вот. Очень светлая, очень классная кухня, с много света и вообще вся беленькая. То есть очень-очень такая, очень классная. Вот. И вот обеденный стол обычный. То есть здесь как бы кушаешь, когда, собственно говоря, вся семья дома, вот ты кушаешь здесь. А там, когда приходят гости. Давайте взглянем на задний двор, пока я тут рядом. Задний двор такой приятный. Вон даже песочница есть для детей. Качелька, кстати, как у нас. Так, ладно, трава тут сырая, я уж не пойду. Ну вот, дом сзади как бы вот выглядит вот так. Здесь можно вот на гриле, пожалуйста, готовить мяско. Вот, красота. Дом этот большой, 3,5 туалета и 4 комнаты. То есть 4, 3.5. Как вы спросите, как это 3,5 туалета? То есть один есть туалет, у которого нету душа, да, или душа, или ванны, то есть он просто именно как туалет. То есть дом большой, он почти 3000 square feet. Да. Тимош, теперь ты не самый маленький, да, теперь есть поменьше, смотри, теперь ты можешь их обучать. Показываем, как играть. Так, детские комнаты. Красиво. Еще одна детская комната. Ты знаешь, как называется вот этот туалет? Две детские комнаты, получается, соединены туалетом общим. То есть вот туалет и душ. Дети с обеих сторон могут сюда приходить, собственно говоря, в одну ванну. Удобно. Тут у нас мастер-бедрум. Вот, смотрите, как здорово сделаны потолки, такими ступеньками, а люстра красивая, ну, в общем, все просто здорово. Классно сделана стена. Так, это ванна, то есть родителей, да, ванна основная. Видите, есть всегда душевая, есть ванна, в которой, как видно, купают деток. И большой-большой клозет, то есть он там прям... большой, много всего можно туда поместить. Так, тут комната, где живут родители. Мы туда не будем ходить. Вот, и есть второй этаж. На втором этаже, собственно говоря, развлекаются дети. Так, да, на втором этаже бонус-рум. Видите, а это сделали специально, чтобы вот эти маленькие детки с лестницы не падали. Потому что они на нее начинают залазить и падать. Ну вот, собственно говоря, вы можете видеть, как это происходит. То есть скоро они взломают уже этот заборчик. Вот это вот хорошая мамаша, вот эта хорошая мамаша, ищет дом в аренду. 4 бедрума, 4 бафрума, желательно трехэтажный. В районе Дакулы, в районе Бьюфорда, вот в этих как бы районах. Ну это слишком шикарно, Дима, 4 туалета. Ну, короче, большой дом нужен, семья большая, нужен большой дом. Если у вас имеется, пожалуйста, напишите мне в комментариях, и я вас свяжу. Вот чудесная семья, видите, живут очень чистенько, очень аккуратненько. И школы, чтобы были хорошие. Обязательно. Школа – это наше все. Вот, обязательно в самом классном районе с классными школами. Все, пишите, вот будут вам клиенты. Давайте взглянем на бонус-рум. Тут красиво люстрочки сделаны. Так, тут дети. Посмотрим, что там они делают. О-о-о-о. Вот они все спрятались. My on YouTube. He's on YouTube. Yes. Вот YouTube. Они все спрятались. Смотрите, какая классный бонус-рум. И тут можно делать просто все, что угодно. Let's go in the fortress. Класс. Invisible prey. Молодцы.
Причем прикольно, тут тоже большая кладовка. И большая, ну как, и ванна, собственно говоря, полная. Это вот в бонус районе на втором этаже. Да, классно. Да, друзья, тут дом такой опасный на самом-то деле. Сейчас спускался вот со второго этажа, выключил камеру и упал. Не зря тут заборчик поставили, чтобы дети не лазили. Карпет получается скользкий, вот это покрытие на лесенке. И в общем, я отсюда прям навернулся. Так, хорошо. Ну что, напишите ваши комментарии, что вы думаете о доме. Знаете, что вот интересно? Разговаривал я, кто-то прокомментировал, что вот в Сан-Диего, в Лос-Анджелесе, ну вот на том побережье. И на самом деле и в районе Нью-Йорка, вот на севере, дома такие стоят в разы дороже. То есть вот там в два раза дороже просто легко. Вот. Не знаю, почему оно так, казалось бы, здесь... Опа, привет. А ну. Давай. Ох, тяжелый какой. Ничего себе. Не знаю, что оно так, казалось бы, здесь классная погода, классная природа. Ну, работы здесь тоже хватает. Но вот по какой-то причине, вот... Исторически оно сложилось так, что здесь не очень дорого жить. Поэтому милости просим в Атланту, вот, в Джорджию. Друзья, если вы живете там, где очень дорого, вот смотрите, вот здесь такой вот дом, можете себе спокойно отхватить, вот, и как бы, ну, и жить классно. То есть нам здесь очень нравится, честно вам скажу. Все, будем прощаться, увидимся в следующем видео. Пока-пока.